ситуация такая травматическая для пистолета. Значит, основное его отличие от остальных в том, что здесь свободный ствол, то есть он жестко не закреплен на раме пистолета. Сам корпус пистолета выполнен из композитного материала высокопрочного. Далее он несколько удлиненный, то есть здесь удлиненная длина ствола, примерно так же, как у Форта 14. И еще его достоинство, скажем так, длинная прицельная линия, ну, большое расстояние, то есть между мушкой и целиком, что позволяет вести более точную стрельбу. То есть одна и та же погрешность, допустим, на коротком расстоянии, на длинном ее будет виднее. То есть если погрешность там, в миллиметр на таком расстоянии и на таком, то это будет ну, примерно в два раза меньше погрешность в результате выстрела. Ну, в общем, собственно говоря, он легкий из-за того, что он выполнен из такого материала. И сведена к минимуму отдача за счет свободного ствола. Ну, вот, свободный ствол. У него, по-моему, короткий ход он на серьге, да? Не понял еще. Ну, серьга на стволе, вот типа как вот это, да? Ну, наклоняющий, ну, браунинговая система. Да, вот они сделали точно так же, как на T-Rex'е, собственно говоря, T-Rex сделан на базе ЧЗ-07. Но у него заштифтован там, да, ствол, а у этого... Он заштифтован, не снимается он с кожуха затвора. Но вместе с затвором он снимается, и здесь тоже он снимается вместе с затвором, то есть, но вытягивается. Немножко разобрать. И по ходу сказать, вот в группе интересовались люди, основные отличия вот 19 модели, вот 14, ну, которые по размерам они наиболее похожи. По размерам они похожи, но основное отличие, я же сказал, ну, здесь ствол свободный. Нет, это понятно, но кроме этого, есть еще какие-то отличия? И он выполнен из композитного материала, а 14 и остальные. Да, остальные. Да? А, ну, собственно говоря. И свободно снимается. Сам он очень легенький, то есть здесь более-менее так затвор, вес и ствол, вес и нет. Да. Рукоятку я просто обратил внимание. А в комплекте идут удобные, сменные? Ну да, похоже немного на спортивные. Нету сменных тыльников, да? Одна только в комплекте. Да. У Фортану все они без сменных. Теоретически их можно там... Ну да, да. Но я смотрю, ну, она же, наверное, съемная все-таки, да? Просто конечно, да, съемная. Ну, да, так ну тут среднего размера стоит, то есть... чтобы под среднюю и маленькую и большую руку подходила. Да. Так. Да, чтобы ухватистый был. Так. Давайте сборку посмотрим. Соберете, пощупать его целиком.
основное. Мягенькая пружинка. Затвор тяжелый. Если тяжелый затвор, он позволяет более слабее пружину поставить. Если затвор полегче, то нужно ставить более мощную пружину, чтобы сдерживала до определенного момента. Только приятненький, приятненький в руке. Ну, с магазином оно будет еще лучше. Рукоятка довольно, да, довольно длинная. Довольно длинная рукоятка. Предохранитель это у нас просто разобщает, да? Стоп. Нет, он не разобщает, он препятствует. Просто не дает ударнику. Да, он не дает. Он, если включаем предохранитель, он не дает взвести курок. Самовзвода нет? Да, если мы взвели и поставили на предохранитель, он не дает его взвести. Вот здесь уже разобщение. Да. То есть там именно упор стоит, не дает, правильно вы говорите. Разобщитель — это когда крючок работает отдельно, никакие действия. А так надежнее, вот как в этой конструкции сделано. Ну, должен блокировать, да. Да. Наверное, самый надежный все-таки у Макарова. Во всяком случае, не знаю, мне так вроде кажется в плане того, но здесь уже идем мы по... ну, в принципе, только как вверх подняли. Функционально он так же, как Макаров. То есть, ну, единственное, что у Макарова, если ставишь на предохранитель, там по-любому снимается курок с боевого взвода. Угу. И ставится предохранитель на курок и на крючок. Да. Да. А здесь можно взведенный, то есть, взвести и поставить. Носить, да. Ну, носить так, наверное, не нужно, потому что пружина на боевом взводе, она, ну, как бы садится. Не, ну, это правда. Вот. Лучше носить... зарядить, и можно даже не ставить на предохранитель. А, ну, в принципе, сам в этом случае, да, в этом случае в три раза увеличивается усилие на спусковой крючок, и ход в три раза удлиняется. Uh-huh. То есть, видите, если то есть еще можно пока это самое, да, еще подумать можно. Если я взвожу курок, то крючок уходит назад. То есть его ход укорачивается, остается чуть-чуть доработать до спуска. Вот. И усилие точно так же. Вот здесь остается примерно 2 килограмма, вот, а вот здесь 6 килограмм усилия, то есть примерно. Ну, это как бы своего рода как предохранитель. То есть где-то, если в толкотне в какой-то, то вот заряженный пистолет в таком положении, то есть вы можете им мгновенно защититься, то есть самовзводом произвести выстрел. И в то же время от случайного выстрела вы защищены. Там, если толкнул вас кто-то или вы споткнулись, то есть там чуть-чуть дернул и уже выстрел. А так вам надо, во-первых, длинный ход, смотрите какой, а во-вторых, усилия в три раза больше. Ну, я считаю, это очень удобная функция. Сделали правильно. Спасибо за информацию. Созревайте. К сожалению. Вы если давали как бы на этот самый разрешение, что можно делать, да? А нет у вас информации, почему именно такое решение с этим самым, с отдельным стволом, почему они делали? Ну, это помогает уменьшить отдачу. Что такое уменьшенная отдача? После отдачи подбрасывает оружие вверх. Я немножко не к тому. Не к тому, что вот сразу, как только показал вот Станислав этот пистолет, он фотографию выложил у нас в группе, сразу вопросы начались. А как легко поставить, скажем, боевой ствол, опять же, вот самый главный у людей? Ну, если он есть в наличии, то он, видите, ну, может быть поставлен теоретически. Угу. Ну, за такую переделку человек будет нести уже ответственность серьезную. Я бы не рекомендовал. Я такую теорию выставил, что это может все-таки порт у нас начинает готовиться к принятию закона, все-таки по короткоству. Ну, это я не могу комментировать. А вопрос тогда, если вот тех, у которых ствол, скажем, стоит в рамке, а здесь подвижный ствол. До каких, сколько джоулей патронов можно использовать? Или у нас стандартные идут? У нас какой-то? Нет, ну как стандарт, у нас есть максимальный стандарт. То есть максимально до 50. Есть какие-то рекомендации? До 50 джоулей у нас разрешенные патроны, сертифицированные. То есть меньше можно, больше нельзя. Вот. Весом патрона и пружиной можно регулировать, да. То есть весом затвора и патрона можно регулировать
мощность патрона. То есть маломощный патрон, малоимпульсный, скорее всего, не будет доводить до конца затвор в задней крайней положении. То есть может не выбрасывать полностью гильзу и утыканием. Ну, то есть в этом случае нужно слабее пружину, например, ставить. Ну и не наоборот, если патрон помощнее, то нужно и мощнее пружину, для того, чтобы не было сильного удара назад. Вот, в заднее крайнее положение затвором. Вот. Надежно, чтобы забивал новый патрон. То есть в продаже что у нас как бы есть сейчас из-за травматического действия, это до 50 джоулей, да, получается? Да, до 50 джоулей. Да. Там без малого. 49. Угу. Чем-то, то уже такое. Да. Понял. Спасибо большое. Все, посмотрели пистолетик.